Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех рада приветствовать на моем канале Наталья Простая Жизнь Польши. У нас сегодня в Польше небольшой дождь. Но я вас всех хочу поздравить сегодня с большим праздником, Святой Майи. Дорогие мои, я вам всем желаю здоровья, радости, мирного чистого неба. Здоровья вам, вашим близким, вашим семьям. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Я буду делиться своими какими-то жизненными историями, буду рассказывать вам, как действительно можно приехать простому украинцу в Польше, жить, развиваться, учить своих детей. Спасибо, что вы смотрите. Оставайтесь со мной. Я вас всех люблю. Дорогие мои, сейчас я вам хочу показать дороги, в районе, в котором я живу. Вот смотрите, разметочка какая дорога. Вот это вот немножко дальше, это у нас велосипедная дорожка. Там ездят только велосипеды. Видите, даже нарисовано. Я вам так немножко покажу. Ребята, а это у нас такие лавочки стоят. Обратите внимание. Это вот обычно ничем не примечательный райончик. И, пожалуйста, мусорник, а в нем пакет. Каждый день здесь собирают мусор. Посмотрите. Чистенько, это перекресточек. Пожалуйста. Там большая остановочка. Она такая некрытая тут. Автобусы не так часто ходят. Пожалуйста. Хотела обратить ваше внимание на мусор. Смотрите, стекло, бутылки там желтые, а в сине, скорее всего, разные отпады, как они называют, отходы. А, бумага написана. Вот, пожалуйста, кто-то елку выбросил. Так, все чистенько, ухожено. Как правило, бывает возле мусора ставят какие-то ненужные вещи люди. Не выбрасывают, а ставят там более-менее еще хорошие. Люди забирают. Ребята, а это маленькая детская площадка. Вот такие, как правило, ну, в каждом практически дворе. Пожалуйста, она огорожена там. Калиточка, вот тут есть дверка. Чуть-чуть дальше. Люди заходят, детками гуляют, там песочница. Пожалуйста, какие-то качельки, карусельки, лавочки. Все цивильненько, все чистенько, все аккуратненько. Ну, попадаются, конечно, разные товарищи, которые бросают мусор, но, как правило, стараются убирать. Тут я даже часто замечала игрушки. Прямо вот детки оставляют. Он, по-моему, если не ошибаюсь, что-то лежит. То ли машинка какая-то детская. Вот так. Тут более новые дома. Новые построечки. Да, в Польше дома, конечно, не похожи, как у нас в Украине. Но только если разве как в новых каких-то районах. Интересно. И ребята там вдалеке горы. Кто видит? Пожалуйста. По улице идут более такие, вот остановочка, более такие дома. Травочка покошена. Вот
тоже бывает и мусор лежит, но, как правило, стараются люди убирать. Вот это, смотрите. Это для велосипеда. Это вот